Привет всем! Сегодня давно мы не пользовались нашим мормоспиннингом. Сегодня у нас будет морморыбалка. А в качестве наживки мы будем использовать вот мормышечку и парочку-троечку опариков насадим. Наше секретное оружие. Посмотрим, кто будет клевать. Поехали! Дошла. О, вот что случилось. Клюет. Да, парочку сейчас поставим и поймаем точно. Это будет мой день. День упущенных возможностей и опарышек. Ах, сошла. Прямо здесь сошла. Я ее уже вытаскивал. Да что ж ты будешь делать? Опять сошла. Ох ты ж, ничего себе! Хорошая. Ты посмотри, какая. Ничего себе, плотвичка-сестричка-то. А? Вот кто нашего опарыша поедал. Красавица. Первая рыбка. Хорошо, а слушай, плотва-то, а? Да. Не абы как. Сошла, блин, ты, по-моему, все меня оборвала. А это была рыбище. Ты представляешь? Все отломало. А потому что у меня этот был затянут фрикцион, ё-моё. Срочно, присрочно ищем запасные мормышки. Все. Тут они. Срочно, присрочно ищем мормышки. Большие нужны. Большие, хорошие мормышки. Здесь ловятся и так. Сейчас достанем тебя. Большую, пресбольшую мормышку. Грамм этак на 0,6. Быстро перевязываем и в бой, пока рыба ловится. Ничего себе, прям вот такая рыбища была. Этого, может, подлещик взял или еще кто-то. Может, плотва хорошая, но она прямо вот меня увела и все. Тащу, 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 тащу. Ух ты, ух ты ж. Какая, а? Вот это толстяк. Вот это толстяк. Ой. Ой. Вот это толстячная красотка. Вот это вот, да. На что ловим? На кусочки опарыша.
кусочки. Потому что... Потому что его съела еще первая рыба. Для хорошей рыбы ничего не жалко, но пусть клюет, какая есть. На что есть, точнее. Вот это да. Простите. Так хотел щуку поймать. Но вы же все увидите. Отвесный мормышек. Смотри, мой мормоспиннинг тебя не выдержит, если ты упадешь. Что ты упадешь? Вот, хорошо. Опа. Поклевка. Тащу. Ах, сошла. Там уже он достал. Плотва. Красота. Красотка. Снова опарыш. Ё-моё, какой тут выскочил. Со задища прям и наверх вышел. Не знаю, у меня, может быть, видно было. Ё-моё, какой прям... Делал. Вот его бы поймать, да на опарика. Ну что, продолжаем, наверное, да? Пока клюет-то. Блин. Пробую достать. Оп! Вот она, самая, по-моему, крупная на сегодня. Это вот плотва, так плотва. Сейчас не с первого раза. Да, слушай, ну, приятненький, не виночок. Да.